Мне кажется, что сделали мы это совершенно красиво, правильно, а главное вовремя. Те люди, которые увидели сегодня нас здесь, еще раз укрепились в сознании, что коммунисты были, есть и будут в городе Ленина, в городе Санкт-Петербурге. И предстоящим выборам мы идем с хорошим настроением, с хорошими газетами и с хорошей задачей. Дорогие друзья, товарищи, мы приближаемся к празднику Великой Октябрьской социалистической революции. Завтра эту дату, это событие будут отмечать и в России, и за рубежом. Но мы, жители Санкт-Петербурга, города колыбели революции, имеем уникальную возможность отдать дань памяти Октябрьской революции на том самом месте, где эта революция совершилась. Мы находимся на Дворцовой площади, где 94 года назад совершился штурм Зимнего, ознаменовавший собой победу социализма в нашей стране. Это событие, Великая Октябрьская революция, событие планетарного масштаба, которое изменило весь мир. На этой площади, здесь, на этой площади, по существу родился новый мир справедливого жизнеустройства, мир честного братства и единения людей свободного труда. Великая Октябрьская революция принесла нашей стране небывалое. Вся власть советам, впервые в мире, фактически власть народу. Земля крестьянам, фабрики рабочим, впервые. С тех пор прошло 9 десятков лет. Увы, сегодня наша страна, наша Родина переживает не лучшие времена. Сегодня власти у народа нет. Фабрики и земля фактически принадлежит воротилам большого капитала. Но не будем отчаиваться. Великая Октябрьская революция дала нам один очень главный исторический урок, что мир можно переменить к лучшему. И поэтому сегодня, когда мы шли по Невскому проспекту, раздавали агитационный материал нашей газеты и, в частности, такую листовку. Гражданам России, я даже не изменил орфографию, вот такую листовку мы сделали, лишь немного привел в соответствие с действительностью ту самую листовку обращения гражданам России, которая была распространена в первые же часы советской власти. Гражданам России, временное правительство партии власти будет низложено. Государственная власть перейдет в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое борется народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства. Это дело будет обеспечено. Да здравствует революция, солдаты, крестьян! Ура! Ура! Да здравствует революция, солдаты, крестьян! Ура! Да здравствует революция, рабочих, солдат и крестьян! Ура! Дорогие друзья, завтра для нас это не только праздник, но это великая наша акция. Акция протеста действующему режиму. Режиму, который ничего за 20 лет стране не дал. Правильно. Он разрушил промышленность. Под угрозу поставил нашу обороноспособность. Он разрушил образование. Мы прекрасно понимаем, что страна сейчас стоит на черте, у черты, и должен быть сделан новый выбор. Новый выбор 4 декабря сего года.
Страна должна пойти другим путем. И этот путь к социализму. С наступающим вас праздником. И завтра мы все встретимся у Авроры. Пусть ее выстрел не будет холостым. Ура! Ура! Товарищи, мне кажется, что 4 декабря мы должны убедить каждого нашего избирателя, каждого гражданина города Санкт-Петербурга, до каждого донести ту простую мысль, что выбрав КПРФ, они выбирают свою народную власть. Все прекрасно понимают, что время Единой России заканчивается. Все понимают, что это никакая не партия, а сообщество чиновников, бюрократов, жуликов и воров, которые пришли к власти, которые грабят нашу страну, грабят каждого из нас. И каждому нужно пояснить, что не нужно размазывать голоса против Единой России в другие политические партии. Только КПРФ, КПРФ, которая является второй политической силой в стране. Не нужно отдавать голоса ни эсерам, этим предателям, ни яблоку, которые под видом демократических свобод хотят пригладить и причесать этот режим. Этот режим должен быть уничтожен. И мы похороним Единую Россию 4 декабря. 4-я парламентская революция. КПРФ наш номер 4. Ура!